Вода – источник жизни. Здоровая, активная, высококачественная вода способна наделить нас здоровьем и долголетием. Испорченная, лишенная жизни же вода низкого качества приносит нам лишь болезни и смерть. По данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, из-за употребления загрязненной воды каждый год во всем мире появляется 35 миллионов людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 70 миллионов людей, страдающих желчно-каменной болезнью, 90 миллионов людей заражаются гепатитом, 30 миллионов умирают от рака печени и желудка. 5 миллионов детей старше 5 лет умирают. В 21 веке основа техники жизни – здоровая вода. Именно она станет основной дорогой человечества к здоровью и долголетию. Пищевое тонизирование лучше лекарственного тонизирования. Водное тонизирование лучше пищевого тонизирования. Нанометрическая вода Хуашень – источник здоровой жизни. Международная корпорация Хуашень, применив на практике современные высокие технологии, первой разработала нанометрический стакан, способный создавать низкомолекулярную воду. Воду, которая способна подарить человечеству прекрасную, здоровую жизнь. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения районов долголетия во всем мире, причина здорового долголетия народов этих территорий одна. Все они употребляют низкомолекулярную, слабошелочную воду. Обычная вода состоит из макромолекулярных групп, кластер, образованных из 13-15 молекул. Низкомолекулярной же водой называют воду, молекулярные группы которой состоят из 5-8 молекул. Такая вода обладает мягким, слегка сладким вкусом и богата кислородом и минералами. Низкомолекулярная вода способна стимулировать обмен веществ, укреплять жизненные силы клеток и повышать иммунитет. Низкомолекулярная вода – одна из эталонов, отвечающая всем стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения в отношении высококачественной питьевой воды. В состав нанометрического стакана входят только здоровые материалы, такие как тщательно отобранная высокоактивная нанометрическая двуокись титана и окись цинка. Материалы в первую очередь проходят научные тесты на соответствие, после чего при комплексном использовании знаний биофизики, материаловедения, медицины, инженерного дела и многих других высоконаучных технологий они, пройдя специальные приготовления, подвергаются воздействию высоких температур, после чего затвердевают, охлаждаются и проходят другие технологические процессы. Заключительным этапом является непосредственное включение отлитых нанометрических материалов в конструкцию стакана. Нанометрические материалы, входящие в состав стакана, способны излучать биофотонные волны, которые и являются причиной разрыва нестабильных крупномолекулярных групп воды. Полярность молекул воды таким образом выстраивается заново, вследствие чего формируются устойчивые микромолекулярные группы. Двуокись титана и окись цинка – это новый вид многофункциональных неограниченных материалов. Микроскопически измельченные зерна кристаллов, которых, в отличие от макроскопических тел, обладают высокой удельной поверхностью, активностью и другими особыми физическими свойствами, а также высокой бактерицидностью. В то же время наноматериалы содержат множество различных минералов и несколько десятков микроэлементов. Обогащение воды с помощью нанометрического стакана поможет восполнить недостающие в воде минералы и микроэлементы. Нанометрические материалы обладают прекрасной термоустойчивостью, не распадаются, не растворяются и не деформируются, а кроме того, способны расщеплять содержащие в воде вредные вещества. При небольших размерах микромолекулярных групп воды площадь их поверхности велика, что позволяет им быстрее и больше растворять и обволакивать множество видов питательных элементов, а значит ускорять таким образом их усваиваемость человеческим организмом. Низкомолекулярная вода обладает схожей структурой с активной водой в клетках человеческого тела. Малый размер, быстрая скорость движения, высокая активность, высокая проникаемость в клетки ткани человеческого тела. Низкомолекулярная вода быстрее циркулирует между клетками и кровеносными сосудами, доставляя кислород и питательные вещества во все клетки тела человека. Быстрее выводит из организма продукты метаболизма, предотвращает скопление внутри тела вредных для организма продуктов обмена веществ, не позволяя им подвергать опасности здоровья человека. Удостоверимся в эффектах, оказываемых нанометрическим стаканом Хуашень посредством двух экспериментов.
Налейте 50 мл крепкого алкоголя в стакан. Через 15-30 минут крупномолекулярные группы веществ, содержащихся в алкоголе, распадутся на более мелкие, и он приобретет более мягкий вкус и приятный запах. Возьмите одну сигарету и поместите внутрь кружки. По прошествии 15-30 минут вредные вещества, содержащие в сигаретах, будут расщеплены, их содержание уменьшится, а вкус при курении станет мягче. Вода, будучи преобразованной нанометрическим стаканом в низкомолекулярную, имеет право называться высококачественной функциональной водой, сравнимой с чистейшей природной водой долголетия. Низкомолекулярная вода, вне зависимости от того, здоров ли человек или болен гастроэнтерологическими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями или запором, обладает удивительным оздоровительным и живительным эффектом, а также оказывает значительную помощь при вспомогательном лечении заболеваний. Источник здоровья и долголетия – вода. Секрет здоровья и долголетия только в воде. Нанометрическая вода Хуа Шэнь. Источник здоровой жизни.